я сама пойду. Подерни. Все, вот сюда, на берег, ставьте. Сюда? Сюда. Улыбайтесь, да, улыбайтесь. Сюда, нет. Перевернись, сюда, сюда. Давай. Переворачивай. Сейчас оттонет. Погодите. Все, все. Оп. Оп, там, все. Машите, девочки, машите. Счастья вам! Пробил час. В Висиме наступило время, играй гармонь. Thank you.
Сим, когда мы у вас были последний раз-то? Три года назад. Три года. А кажется, что вчера. И все не изменились, вроде все те же. И даже те же старинные костюмы надеты на наших героев. Да, село Весим. Снова мы здесь, с большой превеликой радостью. Несмотря на пасмурную погоду, встречи горячие. Правда? Это уж точно. И немножко хочу похвалить ваш поселок замечательный, потому что культура у вас здесь необычная, традиции, обычаи. Село действительно уникальное, самобытное. Мы много ездим по России и посмеем утверждать, что таких сел на нашей Руси-матушке осталось совсем немного. Основано село в 1722 году. То есть, получается, сюда приехали киржаки. Это староверы. Да. Осваивать новые земли. Но они вот где тут жили? Вот, пожалуйста, вот. Гнилой конец. Здесь, что ли? Вот прямо напротив? Да, да, да. Вот. Это вот туда. Гнилой конец. А, у вас же называется концы. Да. То есть на гнилом конце жили киржаки. Да. А потом чуть позже здесь, за рекой, да, появились тулики и хохлы. То есть с Украины и из Тулы, правильно я понимаю? Привез их Демидов. Знаменитый уральский промышленник, так сказать. Да. И вот здесь со своим укладом, со своими песнями, танцами, со своим особым отношением к жизни поселились три общины. Поселок Весим. А название вот не можете сказать, почему Весим называется? Речка. А он называется речка. Правильно, это Весима Шайтанская. Весима Шайтанская. Речка Весимка, да. И речка Шайтанская. Вот пруд, он все-таки это речка Шайтанская. Вот так. Весимский пруд. А это пруд Весимский, но это, в общем-то, речка Шайтанская. Да, 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 да. А где тулики-то жили? Ну-ка, скажите мне. Тулики там вот за вами. Вот там прямо жили. Вот здесь, сзади, нет, да? Вот сюда. А, немножечко спачка. Вот где церковь была. Да, да, да. А где жили хохлы? Вот в эту сторону. Самые зажиточные-то хохлы были, наверное. Да ну, наверное, киржаки. Потому что, говорят, их было больше. Больше изначально. А еще немцы какие-то у вас тут жили, говорят, вот слобода. Барон. Жил барон. Немецкий, настоящий. Вот это настоящий. Фон барон, да, такой. Фон барон. Ну а как жили-то между собой? Ссорились, дружно, мирно, как? Или по-всякому? По-всякому. По-всякому бывало. По-всякому. Поди, и улица на улицу ходили. Ходили. Конец на конец. Было? Ходили. Ну а потом все равно переженились между собой, как ни крути. Поди, да, еще да, и не разрешали, а все равно женились, да? Женились. Любовь, любовь. А ну, любовь, да, это уж точно. А против нее уже ничего не попишешь. Ну вот мне интересно, понятно, что все перемешалось, но все-таки вот есть вот кто может сказать вот совершенно точно, я из туликов или я из хохлов, вот тулячки или тулики есть из туликов? О, выходит, красавица. Видимо, вы тулячка. Да. Да. А из хохлов, например? Я из хохлов. О, там вот мужчина из хохлов. Да. А вы в основном ансамбль «Весимчанка», я вас уже так немножко представляю, киржаки. Совершенно верно, да? А вы можете вот спеть нам какую-нибудь такую старинную киржатскую песню? Естественно. Много. То есть вы знаете много? Много. А вот ты, девочка, знаешь какую-нибудь песню киржатскую? Ну-ка, выходи сюда. Тебя как зовут? А вот кто-то за тобой идет, это кто? Мама. Соня с мамой. Надей? Да. Точно, Надежда. А фамилия подзабыла? Столова. Столовая, Надежда и Соня. Песня будет киржатская. Под названием? По одной это знакомая улица. А вы сами-то киржачка? Нет, я приезжая, просто очень интересуюсь этой культурой. Влюбились, собирала, можно да, сказать, да? Собирала эти песни киржатские. Ну, давайте. В одной-то знакомой улице
завешенным окном. Ой, огонь-то горит, как звездочка. Браво. Спасибо, молодцы. Я вас благодарю. А теперь веселенькую из Киржатских офицерик. Молодой. Поехали, а гармонист-то будет? А, вон он. Ближе, ближе сюда. Что мой миллионок так себе. Говорят, что будь то он не бе-не-ме. А вот какой пошел, скажу я вам, народ. С ног на голову все мигом повернет. А вот какой пошел, скажу я вам, народ. С ног на голову все мигом повернет. Ах, и что мне только милый говорит. Улыбается. Смел, но в речах любовных он собаку съел. Он шепнет мне, ягодиночка моя, мои щеки земляничкой загорят. Канарейкой меня милый назовет, и душа моя и правду запоет. Я и звездочка вдали. Что говорить? Он недаром сердце девичье болит. Поцелует, загорю я, как в огне. Ну разве скажешь, что такое не ме-ме-ме? Поцелует, загорю я, как в огне. Я его.
речка, берег мой, берег твой, между нами ночь. Берег мой, берег твой, так болит сердечко, что никто не сможет мне помочь. Ах ты, лодка, лодочка, легких два весла, ты спаси молодочку от лихого зла. Ты плыви, родимая, к дальней стороне, отыщи любимого, привези ко мне. Ох, ох, теплоход, теплоход, музыка и танцы, проплывет, проплывет, снова тишина. Только мне и не везет, не с кем целоваться. У окна, да, темна, я стою одна. Ах ты, лодка, лодочка, легких два весла, ты спаси молодочку от лихого зла. Ты плыви, родимая, к дальней стороне, отыщи любимого, привези ко мне. Берег твой, берег твой скрылся за туманом, где-то там свадьба да гульба. Берег твой весь зарос бурьяном, видно счастья не знать, знать судьба моя. Ах ты, лодка, лодочка, легких два весла, ты спаси молодочку от лихого зла. Плыви, родимая, к дальней стороне, отыщи любимого, привези ко мне. Легких два весла, ты спаси молодочку от лихого зла. Ты плыви, родимая, к дальней стороне, отыщи любимого, привези ко мне. Гармонь-то давно в руки брали последний разок, а? С прошлого нашего приезда весь день 3 года не брали. А в основном чего делаем? Ну как, рубим, пилим, копаем. А, в основном топор, лопата. Топор, лопата. Пойди, пальцы там не сгибаются. Ну вот так вот сгибаются, больше нет. Ну прям вообще даже играть не будем. Все, съемку заканчиваем? Ну, чего еще? Могем еще маленько, маленько могем. Ну-ка давайте. А что прозвучит-то? Цыганочка. О, ну цыганочка. Сходите. Банчики-то полные. Обязательно. Банечку надо распарить. Позвонил, чтобы затопили. Уже, да? Уже так топится. Так, может, и нас с собой возьмем? Поехали. Так, пойдем. Не вопрос. Да. Пойдем. Фу, какой разговор. Ля-ля-ля. Oh!
Поселок Висим, родина Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. А вот, ребятки, вы знаете, кто это? Писатель. Правильно. А что он написал? Да. Сказки. А какие сказки знаете? Серая шейка. О, я тоже такой знаю. Храбрый заяц. Храбрый заяц, а еще? Комарка. Это из цикла Алёнушкины сказки, да? А сами что приготовили для нашей передачи? Вот сейчас вот стоите, так видно, что на готове. Что-то сейчас будете интересное делать, творить, танец. А? Танец. А какой танец? Краковяк? Ланце. Как? Ланце. А уж не тот ли этот знаменитый висимский танец ланце, старинный, народный, который только здесь танцевали, да. Где много фигур еще, да? Помню, в прошлый раз мы даже с бабушками пытались его танцевать. Изобразить. А теперь, получается, детки к нашему приезду новому выучили, да? Да. А кто с вами выучил-то этот танец? Татьяна, кто такой Васильевна. Молодец? Татьяна Васильевна, вот, стоит. Да. А ваша фамилия? Айховикова. Айховикова Татьяна Васильевна. Аплодисменты Татьяне Васильевне. Танец мы, правда, еще не видели, но думаем, что детки его хорошо станцуют. Танец сам по себе очень интересный. А скажите, пожалуйста, вот мы как раз стоим у дома музея Мамина Сибиряка. Вы... Что можете про него рассказать? Ну, в двух словах. Вкратце. Ну, родился он здесь, учиться поехал в Питер и там писал, уже остался, писал, да? Да, писал он о наших краях. Всю жизнь он писал о природе, о людях о наших. Уральских? Да, уральских. А и что вот, он написал? Больше всего о природе. Назовите, пожалуйста. Произведение, значит, ну, «Приваловские миллионы», самое знаменитое, да, которое знают все. «Горное гнездо», «Три конца» — это наше самое любимое. А, да, те «Три конца», да, висимские. Да, да, да. Киржатские, хохлядские, туляцкие. Так, да, так, так. Да. Ну, вы его, наверное, особо чтите, как земляка. Особо, особо. То есть радуетесь, особо мы что? Даже поставили спектакль по трем концам. Пойди еще с ребятками. И ребята участвовали, и взрослые участвовали. Молодцы, молодцы. Это радует, когда и музей есть, когда и помнят, когда и сказки читают, и не только сказки. Ну, перейдем к ланце. Нам вчера вот рассказали, как, например, вот брали в свою семью невестку. Вот, например, свататься приезжают, запевают, ее зовут в дом, и семья запевает песню, например, в деревне в этой. Она из другой. И вот она эту песню ни разу не слышала. Если она ее споет, припоет. Подтянет. Подтянет, хорошо. Уживется в этой семье. И с танцем ведь то же самое было. То есть, если парень девушку берет, в танец ведет, да. И если она его слушается, если у них пара на загляденье, старики-то тоже смотрят, будет семья, пара получится. Так что танец имеет большое значение, не просто ногой туда-сюда. Итак, он же длинный. Мы, наверное, да, некоторые фигуры упустим, Татьяна Васильевна. Да. Там начинается с чего, ну-ка, расскажите. Встреча, первая фигура. Знакомство, ну, знакомство. А третья фигура, Сербияночка. Ну-ка, покажите, ребят, Сербияночка. Четвертая это фигура барыня, да. А пятая вот ланце. Есть ланце. Фигура пятую! Полечка! Вот они!
весимские пирожки с брусникой. Приехали не горе горевать, а мы сюда весим приехали частушки распевать. А мы миленькие, красивые, стройные, как сосеночка. Две ямочки на щеках, как у поросеночка. Парень, я неотразимый, как по улице иду. А не ходите, девки, мимо, завлекаю на ходу. Как так? Очень просто. Врешь, наверное. А никогда. А чем докажут? Гадом буду, ну тогда сливай вода. Девчоночки, да пташечки весенние, перестаньте-ка ругаться, больше нет терпения. А весиме урожай, уродилась свекла. А ты пляшешь под гармошку, как бабушка свекла. Как так? Очень просто. Врешь, наверное? А никогда. А чем докажут? Гадом буду, ну тогда сливай вода. А весимцы дорогие, разрешите вам сказать, мы пропели все частушки и пора нам уезжать. Весиму процветать. Процветать? Весиму процветать! Процветать! Владимир Викторович, а вот посмотрите, как, сколько талантов съезжается сюда. Ведь не просто здесь вот весимцы, не только жители поселка. Мы видим, здесь вот приезжают и из Нижней Туры, и из Нижнего Тагила, и из Екатеринбурга. Как вот мы сюда приезжаем, тут такие грандиозные праздники. И тянутся люди сюда. Тянутся и хотят здесь и попеть, и поплясать. Это вот как вы к этому относитесь? Так вот, я и вынес решение, что надо построить здание для весимских талантов. Отдельно. А для гостей это еще тоже отдельно. В общем, действительно, я думаю, сюда люди будут тянуться и к природе, и к встречам с хорошими людьми, и к музыкальным народным праздникам. Правильно? Хорошая традиция. Хорошая традиция. Позавидовать можно. Низкий поклон, действительно. А мы тут частушечки про вас сочинили. Позволите немножечко тут нам? Вот ансамбль частушка. Ну-ка сюда, выйдите нам. К барьеру. Так, и так посвящается поселку Весим и Владимиру Викторовичу Агвенину с супругой Валентины Константиновны. Поехали! Агвенин их семью очень уважаем, за хорошие дела благодарим и славим. За хорошие дела благодарим и славим. Мы по всей России, но с талантами Урала встретимся в Весиме. Но с талантами Урала встретимся в Весиме. К волюшке привык, уходил аж за околицу, далеко во рвы обходя. Жилье сторонкою, дымное жилье, полюбил я травы горькие, каждому свое. Горе поверху несло, к берегу прибило. Горе поверху несло, горе поверху.
края мои пустынные, ширь куда ни кинь. О, трава моя постылая, лебеда полынь, я сидел в уединении, босиком в пыли и дышал до опьянения горечью земли, горечью, горечью, горечью земли. Берег мой бедой подмыт, обнажился камень. Дом на камне том стоит, дом на камне том стоит, ох, стоит веками. Дом на камне том стоит, дом на камне том стоит, ох, стоит. О, края мои пустынные, не ковали нить, о, трава моя полынная, горечи не смыть, горечи, горечи, горечи не смыть. Было горе унесло скатертью, дорожка, видно, время не пришло. Видно, время не пришло, поживем, поживем немножко. Видно, время не пришло, видно, время не пришло, поживем.